6? Да. Ну тогда это, может быть, продолжим где-нибудь на заднем дворе. Я с удовольствием. Юрий Ступин, радио «Зенит». Вопрос Александру. То, что бой так просто закончился, это стечение обстоятельств или это конкретно выдержанная такая тактика ваша? Это, конечно, конкретно выдержанная тактика. Но и самое главное, я еще раз говорю, в первом бою, я повторюсь, я проиграл самому себе. Я уже это говорил, еще раз повторюсь здесь. Посмотрите видео взвешивания. На третьем отрезке написано «Александр Шлеменко против Александра Шлеменко». Это не просто так.